В рамках партийного проекта «Городская среда» в Твери в этом году запланирован ремонт более 70 дворов и 4 общественных зон сквера имени Казакова, бульвара Радищева, ландшафтного парка у реки Тьмака и бульвара Цанова. Хотелось бы, чтобы все это выполняли местные организации, потому что эти налоги, которые будут платиться, опять идут в казну государства. То есть весь целый цикл есть того, что могло бы принести дополнительную пользу. Непростой вопрос, но я думаю, что мы совместными усилиями этот вопрос решим. По мнению депутата Государственной Думы, лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, важно, чтобы люди сами принимали участие в изменении облика родного города. Обсуждая и внося свои предложения, горожане помогают менять территорию. Рассматривая вопросы комфортного городского пространства, не обошли стороной и вопросы доступной среды. Высокие бордюры и отсутствие пандусов в подъездах и у магазинов – это препятствие к свободному передвижению не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых людей и мам с колясками. На этапе ремонта мы также готовы этой общественной организации колясочников также контролировать, советовать, как лучше сделать, потому что человек, который не имеет ограничений, ему сложно, да, предположить, удобно это будет, неудобно. И, конечно, мы всегда готовы помочь. В Тверской области проект формирования городской среды возведен губернатором Игорем Рудени в ранг приоритетного, а в рамках его реализации в текущем году будет благоустроено 6 парков, 18 общественных мест в городских поселениях и 137 дворов в 14 муниципальных образованиях. Как отметил глава региона, благоустройство городской среды – это не только повышение качества жизни населения, это формирование современного облика наших городов, повышение их привлекательности для туристов и, как следствие, развитие экономики муниципалитетов. Денис Ренов, Тверьград ТВ.